В игровой форме отметила молодежь Всемирный день здоровья, который отмечают ежегодно 7 апреля. Квест на пути к ЗОЖ прошел на стадионе «Дружба». Участниками игры стали 8 команд из биробиджанских техникумов, колледжей и Приамурского госуниверситета имени Шалом Алейхима. Сегодня на станциях наши участники смогут проявить себя, показать как психологическое, физическое здоровье. Они смогут как интеллектуально побороться. Привить любовь к здоровому образу жизни с молоду – задача мероприятия. На станциях молодые люди демонстрировали не только спортивную подготовку, но и проявили себя в теории. В числе заданий – эстафеты, оказание первой помощи и тест на знание основ правильного питания. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Будь здоров». Организаторами квеста выступили ресурсный центр добровольчества, волонтерские организации области. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.